А в городском парке тем временем вовсю продвигается второй этап реконструкции. По этой причине подрядчики начали активную вырубку старых деревьев. Убирают в основном тополя. Позднее на этом месте появятся новые аккуратные ряды саженцев и различные площадки для активного отдыха. Начнем с того, что по спортивным объектам будет устроен скейт-парк, памп-трек. Это как бы велотрасса закольцована с пониженными участками и повышенными участками, без ровных поверхностей. Будет устроена грунтовая велотрасса, также для экстремального вождения на велосипедах, либо там различная техника у райдеров есть, и непосредственно роллерная трасса. Помимо спортивных и детских площадок, планируется развернуть музей под открытым небом. Затем последует обширное озеленение городского парка в виде высадки различных саженцев. Работы планируют закончить в октябре 2023 года.